Всем здорово, ребят! Ну что, у нас сегодня с вами будет мега-тест, мега-трэш. Мы будем пробовать фастом пройти шестую кошмарку, шестую, возможно, посмотрим и седьмую, потом возьмем. У нас будет с вами два героя, очень обалденных, я вам их показал. Вот такой вот Анубис, 10-10, 13-13, максимальная сборка. Здесь стоит ремка сразу же для скилла. Ну, возможно, я, наверное, сюда даже качну не ремку, а я поставлю сюда железку, прокачаю точно так же, как и на Минотавре, чтобы он уже вообще не станился и все было чики-пуки. Такс, вот так вот. Есть, отлично. Есть, и ставим сюда. Ставим сюда. Где ты? А вот ты. Вот так вот. Такая вот сборка у нас. Ну, он будет чуть-чуть попозже заряжаться, но это, в принципе, не проблема. И такой вот Минотаврик. Ремочка для удара сразу же. Хотя можно было бы, в принципе, тоже ремку убрать, по сути. Поставить что-то другое. Ну да ладно, у нас будет он сразу же бить. Так, вот такая вот сборка и такая сборка. У них обоих суперсила на максималке. То есть здесь седьмая и тут тоже самая седьмая. Собранные они на урон. Я показал вам и одну, и вторую имбу. У нас шестая кошмарка. И мы сейчас будем пробовать проходить ее фастом. Посмотрим, что с этого получится. Так, минуснул. Ударил. Но здесь у нас, как видите, есть еще тотемы. Я думаю, это не проблема для нас. Я как раз Минотавра на максимум тотемов выпустил. Ай-яй-яй, смотрите, сейчас еще и Минотаврика сольют. И бомбочки, и ведьмочки, и все, что хочешь. Просто изи. Затащили. Поехали дальше. Подземка 6. 2. То же самое. Анубиса выпускаем. Там две тычки, он заряженный. Выпускаем Минотавра. Бум! Нифига себе, Минотавра слили. Что это было? Что это было, ребята? Поехали, еще раз заходим. Жесть, жесть полная. Ну, тотемы, как видите, тотемы. Тотемы решают. Смотрите, Минотавра просто ливают. Нифига себе. Офигеть. Я ожидал, что он просто будет тут разносить все в пух и прах. Не там-то было. Давайте, значит, так сделаем. Анубис, Минотавр, 87%. У нас нету питомцев на добивание, потому что я собрал питомцев на максимум атаки, чтобы по максимуму сразу же вырубали. Так, Минотаврик. Вот видите, очень долго будем сейчас бегать. Сейчас будет очень длительный забег. Но я думаю, можно будет это потом все улучшить. Мы для теста просто посмотрим, сколько же у нас все-таки времени уйдет на фарм этими героями. Ну, видите, здесь даже Анубис просто добил. Минотавр просто как-то, ну, не повезло в этой подземке. Так, это что у нас? Это четвертая, по-моему, я перескочил через одну, но неважно. Потом вернемся к той. Кидаем Анубку. Сразу же кидаем Минотаврика. Видите, сразу же словили тотемы. Бум, 97%. И в другой стороне опять у нас аж в другой стороне оказались таблетки. Ну, я думаю, мы будем стараться вот в следующий раз выбить по максимуму, побыстрее улучшить время. Посмотрим, сколько у нас в этот раз уйдет на это все времени. Ну, попытка не пытка. Так, есть. Прошли. Следующая подземочка. Зарядился. Видите, просто налегке убил всех. Бум, 81%. Ну и здесь тотемы пошли. Все, следующий заход он должен добить. Если, конечно же, Анубис первым не придет. Отлично, добил. Так, это же. Поехали дальше. 6-5. Следующая подземочка. Выпускаем Анубиса. Он, как обычно, трешует. Выпускаем Минотаврика. Бум, 72%. То есть максимум не добил. Вот, кстати, вот на Минотавре, я не знаю. Может, первым пробовать все-таки Минотавра. Его будут быстрее заряжать. Еще один заход, 96. Чуть-чуть нам не хватило. Но тут, в принципе, нам повезло. Таблеточки
Таблетка рядом. Отлично, добили. Подземка 6. 6. Давай, зарядился. И сразу же бум, удар 61%. У нас остался череп каким-то чудом жив в центре. Это, в принципе, не проблема. Я надеюсь, он сейчас успеет добежать до Минотавра. Не успел, Анубис его слил быстрее. Если бы он добежал до Минотавра, мы бы, наверное, уже закончили эту подземку. Но вот так вот. Бум, 98, нифига себе. Вот это да. Все равно не добивает, все на максимум. Но это ремка плюс железка. Можно попробовать будет следующую с пактом. Поставить ему пакт. Так, это мы эту бегали. Так, это же она 6, 6, 7, 8, 9. Не, вот эту сейчас надо пробовать. Так, это тоже одна из таких подземок. Для многих сложноватых. Ну вот так вот. Тыщ. Блин, жесть, конечно. Они вдвоем раздают подземки. Просто один сливает героя, второй герой в издании. Как видите, просто кайф его заряжает. Вот, именно с новой чаркой герои заряжаются, блин, ну реально в два раза быстрее. То есть, если есть башни, которые бьют, там, и он бьет, он фактически там за три удара заряжен на фул. Ай-яй-яй, сейчас придется нам бежать, ну, ничего не сделаешь. Это у нас тестовый забег двумя героями. Можно было бы, конечно, кучу героев набрать, там, Купидона. Можно Купидона взять там еще сюда, и они там просто стычки будут разносить все. Но мне интересно просто таким составом сделать фастран. Так, окей. Ой, это тоже одна из любимых подземок многими. 59%. Вот здесь хорошо, что башенки остаются. Смотрите на Минотаврика. Бум, 100. Вот когда башни остаются, это реально плюс. Они заряжают очень круто его. Так, еще один заходик. Поехали, зарядили. Просто разлетаются герои. Нафиг, все разлетаются. Просто кайф. Так, следующий заход. Бум, 100%. Вообще налегке прошли. Ну и, конечно же, 6-10. Я вам уже ее показывал. Разные вариации. Тут можно даже... Анубиса кидать, не кидать Анубиса. Тут сейчас будет полный трэш. Но я Минотавром его проходил. Он бил очень быстро. Но видите... Ой-ой-ой-ой-ой. Видите, какая проблема? Тут, наверное, проще даже одним Минотавром ударить. Пару раз. 40%. Вот посмотрите, как башенки чудесно заряжают. Но он не успевает просто. Поехали. 91. И сейчас следующий заход. Мы уже должны просто тупо выбить на максимуме 100%. Вот так вот. Просто налегке мы проскочили шестую кошмарку. Не знаю там за сколько минут. Думаю, минут 10 у нас на это ушло. В реале, да, где-то так около 10. Ну, напишите потом. Я сам посмотрю тоже точное время на эту подземку и постараемся, я думаю, со временем улучшить именно этими героями, потому что это два такие героя, которые, ну, по сути, вот нужны друг другу. Один убивает героев, круто сносит, второй убивает, круто сносит здания и героев. То есть это два героя, которые, блин, просто чумачечные, скажем так. То есть выносят просто налегке. А вот если раньше это было просто вау, как-то сложно, то, блин, с новой чаркой они просто нереально крутые. Как по дамагу, я уже показывал даже там на топовых подземках, на восьмых. Думаю, мы до этого тоже дойдем, но тут их сливает. Тут надо уже магию использовать. Они тоже здесь реально чудят. И, блин, ну, не знаю, будем пробовать, конечно же, интересно попроходить. Я еще так у себя и не фармил на максимум. Видите, дефа нету, но, блин, урон зато очень кайфовый. Но для этого надо немножко другую сборку будет сделать. В общем, вот так вот, ребят, такой вот трешечок. Пишите в комментах, как кто проходит. Может, есть какие-то варианты побыстрее пройти. Ну, как бы варианты есть, поставить 6 героев. А тут сама суть. 2 героя. Можно пробовать, в принципе, и следующий челлендж сделать. Просто одним Минотавром попробовать зафармить. Это тоже вполне реально.
для подземок, если вы видели, что мы 6-10 зафармили, то здесь просто на фасте, ну, там, возможно, разные нюансы будут, потому что все-таки и тотемы, и остальное, возможно, и так сделаем. Все, пишите комменты, ставьте лайки, всем удачи, всем пока.